врешь. Потом нужно помнить, что соврал, кому соврал, когда соврал. Почему нельзя договориться? Говорите правду всем, кроме немцев и постаревших одноклассниц. Они обсудят все на свете. Женщин. Бельдяшки, здесь мы и заночуем. Я женат. Мне нельзя в бельдяшки. Вот поэтому я и не женюсь. Высокую кухню. Лёш, что такое картопляники? Гренка. Не может стоить $8. А крутон может. Неразрешимые вопросы. В какой-то момент нашел точный ответ на вопрос «почему?». Потому что. От создателей фильмов «День радио» и «День выборов» «Квартета И». Эксцентричная комедия под музыку группы «Бит». И через 30 секунд взрыв. Эта штука будет пострашнее Фауста Гёте. Не нужно пытаться осуществить мечту. Пусть так и остается мечтой. Вот зачем вы мне все это рассказали? О чем говорят мужчины?